Привет, зрители канала Инсен Студия и гости моего канала. Как я вам говорил, я проживаю на территории Киева, поэтому смогу посещать различные мероприятия, которые посвящены конкурсу песни Евровидения 2017. Сегодня, 4 января, первый национальный отбор от Украины, и я на него иду. Сейчас вам покажу здание КПИ, ну а также буду вам показывать сами выступления, так что будет интересно, оставайтесь со мной. Это здание КПИ, это центральный вход в него. Здесь будет проходить сам отбор, а я стою в очереди, вот он мой билет. Давайте я вам покажу вид, который открывается с наших мест. И вот такой. Здесь видно абсолютно все. Вот на сцена, вон там будет сидеть жюри. И здесь хороший вид на самом деле, но мешают вот эти провода. Ну а так, все в принципе устраивает. Здесь, как я понимаю, находится какой-то пульт, где происходит сам процесс передачи изображения на телеканал. И мы сможем видеть все, что происходит по телевизору, по каналу СТБ. На сцене пока ничего не происходит, если что. Осталась 1 минута, ты готов? Да. Уже запретили ходить, уже все сидят. Все, сейчас начнется. Уже вышли прямой эфир, пожалуйста, давайте все вместе дружненько встанем, пожалуйста, все пристаем, пожалуйста, все. Я вместе с вами, все встали. Ну что, друзья, вы готовы? А теперь все вместе, всем залом громко аплодируем. Ще більше, ніж минулого. Тому у нас не 2, а 3 півфінали. Чоловік, який завжди має власну думку. Чоловік, який рвучко наближається до цього. Сейчас будет выступление первого участника. Подготавливают сцену к выступлению. Номер 7, и сейчас будет выступать, наверное, самый главный претендент на победу. Так что смотрим на его выступление. Bring me down and break it down, no one.
Эта сцена прям максимально сблизи. Я чуть не упал, кстати. Смотрите, тут видно все. А здесь сидят жюри Меладзе и другие, там кто? Джамала. Кстати, по вот этой дороге выходил ведущий. Он примерно вот так вот шел. Сейчас будет выступать Беларусь. Уже включили экраны с их цветами. И скоро они уже выступят. Ребята, на этом мне хочется с вами попрощаться. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вы хотите на моем канале Instant Studio видеть больше таких видео, я могу ходить на все отборы и пойти на финал отбора. Поэтому ставьте пальцы вверх и пишите комментарии. Так я смогу понять, хотите ли вы такие видео или нет. С вами был я, Увагура. Увидимся. Пока-пока.